Ну да, конечно, я отключу систему, ведь я, блин, супер-мега-про в этом говне, да? Но меня нету, сволочь! Пошел ты в жопу! Пошел в жопу! Просто бежим! Хоба! Видал? Я ниндзя! Да твою мать, я нихера не ниндзя! Телепорти! Привет, народ, меня зовут Шет, и добро пожаловать на продолжение Budget Cuts. У нас там осталось еще два интересных челленджа, которые придумали разработчики. А вы набрали под прошлым видео косарь лайков, так что Budget Cuts продолжается. Приятного просмотра, поехали! Эй, добро пожаловать в Budget Cuts! Суперагент против роботов снова на месте и готов распердолить вон тому роботу его USB-разъем. Ну что ж, я предлагаю начать прямо сейчас. Привет, робот! Смотри, что есть! Привет, я суперагент. Окей, я почти смог. Давай еще разок. Так, дубль 2. Короче, ребят, у нас нет с вами права на ошибку, потому что чем больше я буду попадаться, чем больше меня будут палить, тем дороже я буду обходиться нашему потрясающему агентству. А ну-ка, верни нож, мне он еще понадобится. Вот, и поэтому нам нужно быстро пройти задание и ни в коем случае нигде не зафакапиться и ни перед кем не спалиться. Но я думаю, что мы все понимаем, что это невозможно, что Шет у нас просто мастер. Так, цель задания обновлена. Войдите в шахту лифта. Эй, шахта лифта, я сейчас тебя войду, привет. Почему в подсобке нет ножей? Чё это за ручки? Мне не нужны ваши ручки, дай мне, пожалуйста, нож. Изолента, я могу залепить вот этому боссу его, блин, рожу. Так, да на, деклайн. Ладно, хорошо, все, пойдем. Хватит прикалываться, давай посерьезки. Так, шахта лифта. Ребята, вы все помните сцены из фильма про суперагентов, где в шахте лифта происходит всякая дичь, там огонь и прочее. Так вот, здесь этого, судя по всему, не будет. Цель задания обновлена. Поднимайтесь. Ну ладно, давай. Привет. Блин, тут чё... Что за карлики по этому проходу ходят? Я чувствую то, что мой рост тут немножко выходит за рамки. Опа! Приветствую тебя, мой сладкий друг. Давай попробуем сейчас его обдурить. В смысле, подожди, куда я поставил... Куда я засунул свой сраный телепорт? Ой! Привет! Прости, пожалуйста. Прикол. Он прямо... Я его выкинул, ни хрена себе. Он прямо улетел в шахту лифта. Так, ладно. Черт знает, куда я его... Чего? Что это сейчас такое было? Я сейчас убил всех роботов? Ну нет, вон там еще есть один. А, ну надеюсь, ладно, мне отвалят много бабла за это, блин, потому что я потерял нож. А без ножа и жизнь не та. Так, и что это такое? Куда я попал? Тайный лаз. Окей, это у нас, значит, уровень не про... не про какие-то там офисы, а про подсобочки. Привет, я пришел к вам. Так, чтобы распердолить вам USB-разъем и вставить в него свою флешку. Тише. Блин, ну как так-то ты меня... Чё ты меня палишь? Ну чё ты меня палишь? Ну, блин, нормально же общались. Я пытался экономить деньги агентства, но не получилось, ладно. Так, я опять вижу какой-то тайный лаз. Опять на картах, опять на карачках. Ой, господи. Я не суперагент, а какой-то сантехник. Ну, серьезно. Мои услуги обходятся очень дорого, ребят. Я вам честно говорю. Так, лифт. Угу. Что ж, опять шахта лифта. Ну, давай попробуем подняться вот сюда. Так, давай. Это покруче, чем гольф. Кидать эти телепорты. Воу. А если бы у меня была боязнь высоты? Да я бы, наверное... Блин, обосрался бы. Ладно, хорошо, пойдем. Здесь у нас ничего нету. Это, видимо, последний этаж. Ну, третий нож. Третий нож пригодится. Че по миссии? Поднимайтесь. Ну я уж поднялся. Вау, и там роботы. Блин, это чё? Это кто такие офисы строил? Это, блин, мне портал напоминает какой-то уже, а не Budget Cuts. Где Гледос, признавайтесь? Роботы? А ну-ка скажите мне, где Гледос? Куда этот телепорт меня выведет? Не знаю, но посмотри. Да как так-то? На! Ну чё ты... Блин, как ты не вовремя зашел? Лежи там, истекай кровью. Смотри, какая милая фигурочка. Это ж вот эта муха... Это ж муха, которая вот эта летающая была. Дрон такой. Бзззз. Прикольно. Мужик, ну ты там чё, ещё дёргаешься? Ну всё, ну перестань. Вот так, отлично. Его мучения закончились. Привет, робот. Настало время убрать этого парня. Вот этот, кстати, мелкий засранец, он сжирает телепорты, смотри. Давай, вот, смотри, телепорт. Опля, сожрал. Ребят, куда идти сантехнику дальше? Я заблудился в ваших сраных коридорах. У вас тут непонятно, куда идти. У вас тут лифт, не лифт. А какие-то, блин...
Да кто это проектировал, это здание? Эй, я хочу ему горло пожать. А, где я? Так, стоп, я опять здесь? Опять рядом с этим маленьким чувачком? Ладно. Так, ладно, мне написано поднимайтесь, так что я, наверное, должен подняться. Давай. Хопа. Все выше и выше. Да где? Да черт возьми, как ты же ты меня спалил-то, свинья. И что мне с тобой делать? На! По жопе тебе! На еще! Вот так! Все, истыкал тебя ножами, понял? Маньяк, маньяк-роботофил в действии. Так, куда еще тебе нож воткнул, а? Давай, 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 делись. Блин, ну ты посмотри, я хотел пройти без палев, но в итоге спалился перед всеми роботами. Ай да Шет, ай да молодец. Так, цель задания обновлена. Зайдите в лифт на этаж дата-центра. Сюда, да? В смысле, чё? У вас, то есть, вот это нормально, что обычный офис соседствует вот с такими подсобками дикими, где можно упасть, сломать ногу. Да за это даже выходного пособия, наверное, не выплатят. Блин, если ты так умрёшь, и семье, и вряд ли тут есть страховка от падений. Ай, чёрт знает. Так, вот он, ещё один супервизор. Эй, привет, я здесь. Давай, давай, открой дверь. Да ладно. На! По жопе тебе! На еще в колено! Ха-ха! Вот так. Так, дата-центр, лифт, я вижу. И так. Разрешите, я у вас хочу ножи забрать. Ладно. Все, дата-центр, я иду. У-у-у! Да ладно, все, прошел. Блин, то есть получается даже какой-то сюжетец небольшой, ты посмотри. Я прошел главную шахту, и я на четвертом месте. Блин, а как так получилось? Подожди. Ведь чем ты дешевле обходишься, тем лучше. Смотрите, на первом месте чувак, у него 100 тысяч, а дальше идут чуваки тоже, которые прошли. Ну, за 3 минуты парень прошел, и у него 400 тысяч, а у меня 338. Ну типа, как? Я ж столько раз спалился и так долго проходил. Не понимаю. Поехали дальше. У нас остался последний уровень. Дата-центр. Итак, я приехал на дата-центр. Настало время. Да чё я, короче, прикалываюсь? Налови! Танцуй, пока молодой! Тише, тише, тише. Твоя жизнь была полна несчастий и ужасов, но она заканчивается. Господи, как жестоко. Они не такие конвульсии. В смысле, ты куда встал? Твою мать! Он еще и встать решил, а? Капец, наверное, было уже рефлекторное последнее движение. Все, выходим. Ну, пойдем, дата-центр нас ждет. Добро пожаловать. Найдите ключ-карту 6-го уровня. Ну, ладно, привет. Ты здесь? Ключ-карта. У-у-у-у. Подсобки, подсобки. Кто не любит подсобки? Для тех плохие новости. Вы не суперагент. Ты почувствуй себя ниндзя. Вон робот раз, вон там робот два. А ты такой на балке. Да ладно, подожди, тут еще 3, 4. Господи, здесь 4 робота, а я такой над ними. Ха-ха, ниндзя! Так, вон я вижу ключ-карту, надо подождать, пока этот чувак идет. Ну ёпта, пошел ты! Ха-ха, черт возьми, да как так-то? Ну ты посмотри на него, а? Ну как это вообще возможно было? Ладно, вот 6-й ключ доступа, нам туда и надо. Но, блин. Блин, да как вообще это вы меня спалили, черти? Давайте второй раз. Почему ты меня спалил? Так, чувак. Я Бэтмен. Пошел ты в жопу, прыгай! Прыгай, уворачивайся! Перекат! Ха! Видал что? Видал, что могу? Ты меня не спалил. Ха-ха! Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу! Вы чё, подружки, блин, в туалет, что ли, по парам ходите? Как это работает? Блин, кластерные вычисления, чё за херня? Почему их было двое? Окей. Давайте, наверное, будем вырезать этих роботов по очереди. Потому что, типа, никого не вырезая, я не знаю, как можно это пройти. Так что, товарищ... В смысле, ты опух, что ли? Эй, давай своего убей, своего убей, своего убей. Своего убей. Нет! Почему ты не умер? Блин, да что за срака? Сколько их там? Я понял, что мы можем, в принципе, спионерить эту карту. Но смотри. Ага, вот в чем подстава. Этот чувак постоянно разворачивается и переворачивается. То есть, возможно, нам нужно сначала его убить. Давай-ка исследуем помещение дальше. Потому что он здесь не один, тут много роботов, и надо как-то понимать, что вообще происходит. Вон еще один, вон там еще один. Так, и вон там еще один. Ну, давай убьем. Давай-ка, давай, куда ты пойдешь? Я знаю, куда ты пойдешь. На! Вот так. Хорош.
Сейчас нужно будет спуститься. Ты, тихо, 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 не дергайся. Не привлекай внимания. Так, ключ-карта. И давай, 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 опля. Нам нужно обратно. Спасибо. Итак, хорошо, мы с вами вернулись обратно. У нас есть ключ-карта. Вон там есть, наверное, дверь, которая нам нужна. Давайте попробуем вот этого робота убить. На! Так. Тихо. Давай. Все, отлично, он умер и меня не спалил. Я хочу его убить просто потому, что за каждого робота нам снимают очень даже неплохо денег. Так. Вот этого ходячего надо. На! Под жопе твоей сраной. Нет. Ну, ёп! Ну, меня здесь нет, тварь! Сука! Лови! Блин! Кажется, я немножко ошибся. На! Ха-ха! Видал? Опа! Ха-ха! Просто телепортация! Мать его! Ладно, окей, мы спалились перед ним, но я, в принципе, не буду экономить деньги агентства, просто потому что похер. На! Ну почему я такой косой, господи? Помогите мне кто-нибудь! Почему я такой косой? Лол, что? Он пошел проверять? Ладно. Пока он проверяет все говно. Давай, 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 хоп! Лошара, лошара! Ой, классно. То есть, подожди. Можно его просто отвлечь было. Окей. Так, что у нас тут есть? Блин, можно как-нибудь убить всех этих роботов одним? Супервизор. Туда, там тоже наблюдение. Можно убить этих роботов каким-нибудь одним движением всех? Так, ладно, похер. Давай. Шестой до уровень сюда. Давай-ка просто дверку откроем. И сюда. Все, до свидания, роботы. Извините, но... О, мои колени, они не вечные. Так, что у нас тут есть? Добро пожаловать... О, в смысле? Да ладно, нужно будет скинуть все говно? Ну ладно. Так, спасибо вам за то, что согласились. Хорош. То есть... В смысле ключ уровня 7 доступа? Ага. То есть это еще не все задание. Ты посмотри. Отключите систему охлаждения центрального сервера. О, это я могу. У меня нету ни ключ, у меня нет ни ключ-карты, у меня нету ни одного, ни одного ножа. Ну да, конечно, я отключу систему, ведь я, блин, супер-мега-про в этом говне, да? Я не могу понять, куда нам нужно даже. Ладно, давай, отворачивайся. Но меня нет, у меня нету, сволочь! Пошел ты в жопу! Пошел в жопу! Пошел в жопу! Просто бежим! Беги нахер, Шет! Хоба! Видал? Я ниндзя! Да твою мать, я нихера не ниндзя! Телепорти... Ха-ха! Почти, блин, это так было близко. А как можно пройти это, не убив ни одного? Ну нет! Чё-то, если честно, не совсем понимаю, как можно это пройти, не убив ни одного робота. Но плевать. Сука. Так, можно я, пожалуйста, сдам просто карточку, а ножик оставлю при себе? У меня ничего нет, я чист. Да забирай ты, подавись, давай, все, поехали. Хорошо. Мне, возможно, нужно просто попробовать по стелсу пройти. Давай попробуем по стелсу вот так вот проползти здесь. А что это у нас такое? Опаньки! Я ж знал, я чувствовал, что здесь есть такое. Я знал, что здесь есть какое-то место, где спрятан хотя бы один сраный нож. Так, ладно, наблюдаем. Вон там у нас, походу, система как раз управления главным сервером. Блин, ну нет, ну ты чё? Ну ты наблюдательный, что ли, слишком? Сейчас я тебе наблюдалку твою отключу. Эй. Блин, спалил меня мразь. Ладно. Не знаю, где он, но он сюда точно никаким образом не залезет. Давайте думать дальше. А у нас вон там есть офис. Подожди, он открыл дверь в офис? Ничего себе. Да подожди ты, свинота. Давай. Ага, ты посмотри. Хопа. Ничего себе. Ребята. Ножницы. О да, наконец-то. Наконец-то у нас есть хоть что-нибудь, чем можно отбиваться от этих сраных роботов. Так, может я еще что-нибудь тут найду? Опа, еще третий нож. Ну все, потрясающе. Целый арсенал. Что теперь делать с ним? Отличный вопрос. Ладно, вон там есть парень, который постоянно смотрит в эту сторону. А тут есть еще какой-нибудь выход? Давай, давай, заходи. На! На! Да ёпта! Да на! Говно! Как я так пропустил?
пустил столько выстрелов в него? Ладно, нормально. Нормально. Хардкор, пацаны. Это что такое? Это пистолет. Блин, уйди, фу. Так, хорош. Давай, наверх. Опа! Вот это да! Так, хорош. Залезли. Так, мы убили, значит, вот этого чувака, который здесь стоял. Вон, система. Короче, настало время смерти. Ублюдина. Так, ключик. Не знаю, что за ключик. Надо сейчас уйти, пожалуй, с зоны прострела. Пух. Так, суперагент Шет в действии, давай. Что дальше? Я нашел ключ. От чего? Девятый, вон там это от лифта, что ли? Да нет, вряд ли. Нам, скорее всего, нужно что-то отключить. Так, что за компьютер? Наверное, он нам нужен. Ладно, давайте этого робота сейчас пришлепнем. Смотри, 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 побежал. Побежал. На! На! Вот так, деточка. Вот так будет с каждым. Понятно тебе? Я почти сдал сраный квест. Я не отдамся просто так какому-то ублюдку. На! Нет, 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 ложись! Ложись, твою мать! Блин, говно! На! О, господи ты боже! Это что за жесть происходит? Я не могу, я не имею права на ошибку сейчас. Там остался один робот. Один робот, и я его не хочу убивать, но типа просто потому, что пошел в жопу. Все. Все, я надеюсь. Давай. Замок установлен, ключ. Да-да-да, срать вообще хотел. Все, до свидания. Никакой системы охлаждения, смиритесь. Так. Я прошел. Я прошел, есть. На... Блин, нифига себе, сколько бабла. Подожди, подожди. И чё, у меня там какие-нибудь процентики? Что это? 20%. Чё это такое? 30%. О, я еще удешевил все подряд. То есть я прошел за 8,5 минут. И смотри, на 250 тысяч. Ништяк. И третье место занял. А там чуваки все за 3. Как вы так быстро пробегаете? Я не понимаю. В чем смысл так быстро пробегать? Эх, черт возьми. Не умеете вы получать удовольствие от игр. Ладно. Все, короче, я прошел эту дичь, ребятки. Я не знаю, если мы наберем реально много лайков, 5000 лайков наберем под этим видео, тогда я пройду на эксперте. Но, если честно, не вижу в этом смысла. Мне понравилось, пишите в комменты, как вам. Окей, на этом все, спасибо за просмотр. Не забывайте ставить пальцы вверх, рассказывать о видео друзьям, пишите в комментарии что-нибудь интересное, лучшие комменты попадают в новые видео. А с вами был Шет, увидимся в других видосах. Удачи, пока.